Горьковки. Влево ушли. Стояли с 4 утра.
если я буду кричать первый промах, я буду отвлекать стрелка. А ты встань куда? Это первое номерание. Пожалуйста.
Перестрелять. Обсуждение номера. Перестрелять. Да. Стрелок принял решение стрельбе. Да.
Oh!
Лихмановский, один промах. Рыжков, три промаха. Бабышин, один промах. Сидоров, два промаха. Один промах. Романовский чисто. Рыжков три промаха. Повыше чисто. Первым, пожалуйста. Оп.
номера. Романовский, один промах. Рыжков, один промах. Побыше, три промаха. Сидоров, один промах. Барышки чисто. Thank you.
гасите пока с полетов по буквам. Погромче, пожалуйста. Мишень Б. Давай. Одного нет? Пока нет. Что тогда показывает? А вот он идет. Давай. Давай, 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 давай. Thank you.
О!
Не, ну уж ружье у него пошло вниз. Честно так. Не, ну не я. Дай! 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 Да!
Первого попал. Первый попал, да? Да. Оператора убрать, то он как-то мешает там. Попасть и в него же можно. Вот я увидел его и чисто думал, чтоб не попасть в него. Это красивый кадр будет. Да, красивый кадр будет. Действительно, он перед глазами. Я-то понимаю, это проблема режиссера. Он встал туда. Да! Thank you.
Давай! Да. Thank you.
Да. Да! Да!
если да. Команду за счет. Там разъем опять раздолбался, не делал тогда Сереги. Сереги сказал, чтобы разъем сделал.
показ, у вас перерыв. По-любому смотреть, да? По правилам. Заодно и показ мишени одиночный с первого номера команды по порядку А, Б, С, Д, Е, Ф. Мишеня, дай. Б. Дай. Мишень С. Дай. Мишень Д. Дай. Мишень Е. Дай. Мишень Ф. Дай. Ну, закончился перерыв на второй площадке. Машинки были заряжены, начала стрелять группа. Сейчас стреляет Семен Голов и мастер спорта. Последний дуплет. Дуплет. Молодец. Соловьев Роман, молодец, угонная мишень, достаточно сложная в исполнении, не стал дерваться, спокойненько отпустил и расстрелял ее. Борис Инофонтов, наш ветеран, также принимает успешно дуплет. Нырков Роман, вторая мишень, промах, чуть-чуть поспешил, дернулся и улетел вперед. Костя Серстянкин, первая бита. Вторая промах, вторая мишень F, достаточно неприятная, очень большая траектория, с каждого номера смотрится совершенно по-другому, с таким виражом уходит вниз, неприятным. Семен закончил стрельбу на первом номере, без промаха, молодец. Молодец, Роман. Мишень опять не вылетала. Но справился с нервами. Покойника дождался и расстрелял ее. Борис Борисович тоже красавец. Чисто прошел номер. Нырков. Обе мишени промах. Костя Шерстянкин. Самая сложная мишень. Угонная с пятого номера. Очень неудобно стрелять. Взял. А самую легкую А немножко упустил. Thank you.
пока ребята принимают неудачные решения, хочется вообще рассказать про соревнования. Соревнования проходят в архисложных условиях. Температура на солнце за 30 градусов. Но полеты настолько интересно разнообразны, что многие стрелки даже не замечают эту жару. Все подходят к строительным соревнований, выражая слова благодарность за очень интересные, разнообразные, хорошие полеты, которые вписаны очень хорошо в фон. Семен молодец, хороший дуплет. Роман чуть-чуть позатянул, не все ушла. Ну, Борис Борисович жжет. Роман Нырков опять упустил мишень Е. Уже вторая мишень. Вот она у него не пошла. Второй номер чисто, молодец. Вот это та мишень F, про которую я говорил, которая очень интересная траектория, которая очень создает обманчивое впечатление о полете мишени. Так, Борис Борисович промахнулся вторую мишень. Да, что-то странно. С пятого номера уже не первый человек, который берет сложную мишень угонную Б и мажет самую легкую мишень А. Хотя то, что легкое, люди не сразу понимают. Мишень летит на расстоянии 15 метров, а стрелять практически надо в мишени, и многие стреляют ее с упреждением, что на такой дистанции практически делать нельзя. Покинул Шерстянкин, молодец. Мишень Б, уверенно, надежно. Дуплеты. Константин Шерстянкин, дуплет С плюс Д. Короткое движение подорвал, мишенька провалилась под ствол и поэтому ушла. Мишень Д плавненько обработал, убил. Интересная техника стрельбы. Человек приготовился сразу мишень Б. Долго ждал, пока мишень Д упадет практически в землю. Но молодец, дуплет взял. Семен опять берет очередной дуплет. Славил Роман, молодец. Фонтов дуплет взял. Так. Константин молодец, не на очень неудобной участке траектории, но берет мишень F и соответственно тут же берет мишень А.
Голубый Семен, третий номер прошел чисто, молодец. Роман словил, тоже неприятный дуплет, но взял. Приставут дуплет F плюс А, Б плюс А. Посмотрим, как Борис Борисович возьмет. Борис Борисович взял. Сайт. Обидно, что Семен Голубев одиночная мишень. Та же самая пресловутая F ушла. Нырков Роман дуплет. Костянкин, вторая мишень, промах. Отлично, дуплет. Голубев Семен спокойно расстрелял обе мишени. Славил Роман также дал дуплет. Второй дуплет Нырков. Первая промах и вторая промах. Обе мишени промах. Перетянки поспешил, вторая мишень промах. Да, все почему-то испытывают именно трудности с этой мишенью F. Вторая мишень промах, тугонная мишень после перехода не совсем приятная. Славил Роман очень хороший дуплет взял, молодец. Борис Борисович вторым выстрелом добирает мишеньку. Нырков Роман, первый мишень промах. Коля Чертянкин, молодец. Убил первую, отложился, вошел во вторую мишень и прямо перед собой ее уничтожил. Михаил, дуплет.
Семен Голубев, первый дуплет чисто. Голубев Семен молодец. Закончилась у него серия. Результат 23. Учительный номер на этой площадке. Соловьев Роман. Молодец. Еще не Б. Борис Борисов второй выстрел забирает мишень. Нарков Роман одиночный мишень. Промах. Константин Шерстянкин. Самый сложный мишенев в момент перегиба уничтожает в муку. Соловьев Роман. Вторая мишень промах. Насколько борет дуплет. Закован первая промах. Вторая мишень бита. Константин, первый мишень промах. Михаил стал не на тот дуплет. Первый мишень ушла. Ушли обе мишени. Видно, он стал уже сразу на второй номер. На второй дуплет на мишень Б. А это вылетел мишень Е. Роман Соловьев закончил стрельбу на второй площадке с результатом 22 пораженных мишени. Сафонтов дуплет. Нырков дуплет. Вторая проба. Дуплет. Серия окончена. Результаты после серии. Голубев Семен 23, Соловьев Роман 22, Ксенофонтов Борис 23, Нырков Роман 13, Шерстянкин Константин 18, Нестулей Михаил 20.
оператор.